Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Да-да, сегодня наша мамочка отмечает день рождения. Поэтому сегодняшний влог я посвящаю нашей мамуле. Мамочка, еще раз с днем рождения. Любим, обнимаем. Ты самое лучшее. Здоровья тебе и долгих лет, чтобы ты нас радовала собой максимально долго. Мамулечка, любим, обнимаем. Это видео посвящаю тебе. Ну что ж, привет из Ташкента. Мы начинаем, поехали. Итак, друзья, сегодня у нас на календаре 9 ноября у моей мамочки Натальи Михайловны день рождения. Да, наш приезд в Ташкент был связан с несколькими такими причинами. Первое, мы долго не виделись, хотели встретиться. Вторая причина, день рождения моих любимых. Это Миланчик и мама, у них разница в день рождения 3 дня, 6 и 9. Поэтому я говорю, давайте-ка, друзья, мы вместе встретимся. Третья причина – наш любимый Ташкент, наш любимый Узбекистан. И, как говорится, убьем одним ударом прям-таки троих зайцев. Собственно, что у нас и получилось. Поэтому сегодня мамуле день рождения. Я, друзья мои, к сожалению, не смогла рано заснять момент, как я заказывала цветы. Потому что, честно говоря, я проспала. Я узнала, что можно сделать доставку цветов прямо в отель. Мне помог наш, так называемый, ресепшн, мальчишки. Извините, не знаю, как вас зовут, огромный от нас привет, огромное спасибо, очень внимательный персонал, все очень внимательны, и отдельное спасибо тем, кто работает на рецепции в отеле Альянс Хотел Ташкент. Спасибо огромное, с любимыми вопросами, которые мы их атаковали, мальчишек, они нам всегда помогли, в том числе и заказом цветов. Я выбрала через интернет цветочки, которые я захотела подарить мамуле, и нам утречком, ну, сказали, к 8 привезут, но я поставила будильник, думаю, еще посплю, и тут без 15:08, думаю, пойду где-то так без 5:08, но сказали, что, может, даже попозже привезут. Ну, я такая лежу, и тут мне звонит телефон в номере. Я думаю, елки-палки, как раз, наверное, с рецепции зовут, звонят. Поднимаю трубку, мне говорят, а цветочки приехали, я говорю, все, ребятки, бегу. И я даже забыла про телефон, побежала вниз, у меня уже ждал, как сказать, водитель, да, курьер, который привез букет. Букет вы сейчас увидите, и рано утречком мы мамулю сделали ей сюрприз, она, естественно, это не ожидала, я уже не снимала такие наши уже личные моменты, мы мамулю поздравили, она приняла этот букет, сейчас вы увидите фотографию мамульки, как мы ее сфотографировали, ну, а потом, как говорится, мы немножко погуляли, отдохнули и пошли отмечать, куда, конечно же, вы сразу ответите на этот вопрос, в наш любимый ресторан «Анжир», который находится рядом с вами. Как раз-таки это празднование вы сейчас увидите. Ну что ж, мамуля, еще раз с днем рождения. Целую. Мы продолжаем. Вот такой цветочки, такой букетик нашей мамулечки мы сегодня подарили. Профессионал. Все. Супер. Ну да, к сожалению, как вы поняли, здесь особых бокалов на шампанское нет. Это мама купил. Мама, расскажи, что это за шампанское? Ну, пожалуйста. Это шампанское в дьюти-фри ты купила, да, привезла? Так что начинаем с шампанского, ну и потом нас ждут разные вкусняшечки, как всегда. Ну что ж, на здоровье, мамули. Салатики принесли. Да, чечук, овощной салат. И лепешечки. И мне не лакитен. Она. Рахмат. Спасибо. Так, ну что ж, на здоровье, мамы. Так, супчик. Это куриный суп, а это шурпа, да, мам, наверное, шурпа, по-моему. Thank you.
Итак, это куриный, это рулетики, картошка, овощи, курица. Это, по-моему, молотый лучок, корейка, грибы, я смотрю, здесь есть. А печень где-то должна быть, наверное, да? У них еще и печеночная, но я не вижу, по-моему. Может быть, вот этот? А, сейчас попробуем. Так что вот такой нам ассорти принесли. Спасибо. Возможно, чашки еще. Да, спасибо. Ну и нам еще принесли бутылочку. Ну что ж, мужчины, рюмочка на здоровье мамы. Ты ждала без нас там бутылочку. Мне не хочется вставать, поэтому я сидя. Так, папуля, рюмочка, Миланчик, а мы с мамой пьем шампанское. Очень вкусно, я уже кусочек попробовала, вообще потрясающая кухня, вот салатики. В общем, все, что нам нужно для счастья, у нас здесь есть. Это, как говорится, до и после. Вот это вот то, что у нас осталось. Ничего. Бутылочку выпили, вторую бутылочку шампанского мы с мамкой выпили. Бутылочку водочки выпили. Вот что у нас осталось от этого подноса. Очень все вкусно, друзья мои. Надо ждать десерт. Десерт обязательно будет. Сейчас мы думаем, что в нас влезет. Друзья, теперь я хочу показать обалденную вещь. Значит, мы находимся в том же самом ресторане «Анжир» и «Инжир». Мы сидим в соседнем зале, а вот здесь тоже, как я поняла, здесь можно и видно с собой взять, заказать кассу. Либо, как мы сейчас заказали, сейчас я вам покажу, потом расскажу, с собой прямо к столу. Значит, вот здесь, видно, делают разные салаты. Я смотрю, и, ну, вот такие, как консервированные, да, вот видите, можно сразу же это уже упаковано вот так вот. Это, я не знаю, как это называется, тоже это видно, как йогурт с зеленью. Здесь тоже, видно, делают разные салатики. Вот это для нас, друзья мои, сейчас несут, это мы решили попробовать вкусняшки. Так, здесь видно какой-то заказ. Так, а вот здесь, давайте посмотрим, прямо вот видно, здесь мороженое. Посмотрите, как делают... Как делают как раз таки вот известные канина, тестовина, это макароны, и вот видите, прямо здесь вживую видно, как это вам приготовят. Ну и, наверное, тоже можно, естественно, вот оно тесто, как раз таки все понятно, это видно, это тесто, которое режется и из этого потом готовится. Вот он. Ага, все понятно. Все, а я думала, из чего вот это тесто, оно вот это, да, все понятно. Ага, вот, теперь видите, история нам как раз секрет, из чего это вот как раз. А вот здесь можно выбрать, посмотрите, сколько вкусняшек. Мы взяли на пробу вот этот, я не знаю, как это называется, поэтому, извините меня, буду показывать пальчиком вот эти. Вот мы взяли на пробу. Я думаю, что уверена, мы сюда еще придем. Попробовали это, виды как турецкие сладости, наверное, да, наподобие. Смотрите, трубочки с кремом. Боже мой, вот там мы тоже взяли на пробу. Здесь вот такие. Это уже, по-моему, это соленые. А вот здесь целый холодильник. Это разные тортики, в том числе мороженое. Да, мама, мы взяли вот... Это, наверное, все мороженое. Нет, она говорила, что это, по-моему, вот это просто как эти, типа как кексы, не кексы, как называется, да? Это тоже мороженое, да? Вот, в общем, здесь в холодильнике вот можно тоже заказать. Здесь продолжение тортов идет. Тортики разные. Здесь, видно, задерживаем немножечко. Так, здесь тоже какие-то, видно, салатики готовятся. Официанты бегают, быстренько все разносят. А вот здесь сейчас мы еще... Мам, я еще хочу вот сюда на кухне посмотреть. Здесь тоже готовится одна из кухонь. То есть вы прям видите, как здесь готовят. Это, наверное, хаш. Хаш. И вот тоже какая-то, наверное, шурпа. И... что там, я уже не знаю. Здесь видят тоже разные гарниры, вкусняшки. Посмотрите, вот там миско тоже готовят. Боже мой. Я говорю, друзья мои, счастливые люди. А?
Мам, сейчас иди сюда, смотри, вот здесь вот колбаска еще висит вот здесь. Колбаска висит. Вы так смотрели, да, что, наверное, колбаску с собой взять, да? Интересно. Так, ну что ж, гоним к мужчинам. Мы еще заказали чаек бруснично-клюквенный. Попробуем. В общем, у нас сегодня праздник живота. Здесь, наверное, кофейня стоит. Да, наверное, здесь можно, да. Кофе здесь, кстати, тоже большой. Кофе, чай. Мам, осторожно. Так, ну а мужчины нас ждут. Вот здесь в этом зале мы сидим. А раньше мы с вами кушали вот там, вот в том зале. Так что вот здесь у нас вот так вот местечко. В уютненьком уголочке. Тихо, спокойно мы здесь разместились. Так. Пробуем вот эту вещь. Это типа мороженое, но мне кажется, что еще это как-то с кремом. С или... меренгой. Алло. Это меренга, это, мам, еще раз, это что? Это безе вот это? Ну, да. Взбитые вилки. Как вкусно. Такого я еще да. не ела. Очень, с ягодами хочу. Вот внутри ягоды. Это клуб, это малина, ягоды. Да? Малина. У бабки личный медовик. Персональный заказ, медовик. В общем, как, мам, я не знаю, как это называется, вот эта штуковина. Слушайте, а вкус как будто козлятина. Не на козьем каком-то молоке что-то. Вот еще пальчики. И вот здесь меланчика тоже, тарелочка. Попробуем вот эти пальчики. Начинки никакой, но все равно вкусно. Вкусняцка. Это что, ты не хочешь, что ли? Для тебя. Я обожрусь. Вкусненько, очень вкусно. Ну что, как? Рокко. Сейчас. Чаек к нам поспел. Брусника, клюква. И смотрите, чтобы ягодки не попадали. В чашечку сделана вот такая система. Вообще здорово. В таком чайничке нам принесли. И там же плавает еще и лимончик. И еще листики чего-то непонятного. Ну, в общем, маме так понравилось мороженое, что мы решили сейчас еще что-нибудь выберем. Да? Смешка, не мог купали тогда. Чай очень вкусный. Вот это, по ходу дела, слоеное тесто. Там и мед, и орехи, и изюм. Очень вкусно. Еще что-то, не могу понять, очень вкусно. Медовик уже почти слопали. Очень вкусные пальчики. Это я не пробовала, но говорят, тоже вкусное. Сейчас мелочек пробует вот эту сладость. Не знаю, как правильно называется. Как? Ну, что-то по-чешски наподобие, как индианок. Сейчас попробуем. Тоже. Ой, друзья мои, такая вкуснятина. Но мы с мамкой решили, что еще мороженого, да? Да. Мы сейчас уже почти уходим, и я вот просто не удержалась и хочу вам показать. Смотрите. Открытая кухня, да, на которой мы с вами уже здесь сегодня виделись, были. Вот, как раз варится супчик. Боже. И вот там уже подготовленные тоже керамические такие кувшинчики, как это сказать, да, тара. А вот это прям, да, мы уже так думаем, может, с собой какую-нибудь колбаску купить и увезти. Красотень. Ну, вот так вот все, мы уже покушали. Очень вкусно, Милочка еще снимает видео. Естественно, мы сюда еще придем с вами, потому что это наше самое любимое место, самое близкое к нашему отелю. И, в общем-то, мы здесь постоянно и обедаем, и ужинаем. И все, что только можно. Ну что ж, сейчас мы подождем Миланчика и отправимся немножко еще подышать свежим воздухом. Смотрите, друзья, только сейчас поняла. Вот наш любимый ресторан Анжир. Инжир, да, как вы меня перевели, помогли перевести, ну, логично, собственно. И, друзья мои, смотрите, вот здесь отдельно, в этом месте, делаются шашлыки. Думаю, с какой стороны посмотреть. Видите, вот здесь. Конечно, работа хорошая, официанты пробегают хорошо. Здесь делают только шашлыки. Шашлыка одна с листом. А, наверное, не самсу или только шашлыки? Наверное... А здесь делаете только шашлыки или самсу тоже? А, самса вот здесь, да? Самса рядом, здесь шашлык. Там, значит, плов, а вот здесь делают нарыны, супы варят. Вот здесь мы с вами видели. Так что вот такие у них развозочные машинки.
Анжи ресторан. Здорово. Так что вот здесь несколько входов. Здесь же, кстати, можно и свежевыжатый сок. Если вы заказываете, то вам его, как бы понятно, что сделают, отсюда же принесут. Либо можно вот так прогуливаясь, здесь же вот так заказать. Видите? Официанты, конечно, побегают хорошо здесь. Такие расстояния. Видите, вот делается сок. И они уже потом отсюда несут в сам ресторан. Ну вот, так что здесь сок делаете, там шашлык, самса, здесь супы, нарыны и так далее. А внутри там плов, где мы с вами сидели тоже. Ну вот смотрите, а наша улочка вот здесь. Так что у нас очень классная локализация. Ну вот и все, друзья мои, вот так мы погуляли, вот так мы классно отметили сегодняшний день. Я вижу, что мама счастливая, папка счастливый. Все супер, и еще раз повторю слова моей мамули: если есть рай на земле, это именно сейчас, именно здесь. Обнимаю еще раз с днем рождения. Ну а мы с вами встретимся в новых влогах, в новых видео. С вами Эленчик, канал «Замуж за Чеха». Па-па-па!